Всем привет, дорогие друзья! Hello, my friends! Сегодня мы продолжаем замечательные распаковки классных сюрпризов. И сегодня у нас на обзоре вот такая крутая коллекция смешарики от Sweetbox. Как вы видите, они очень большие, они больше моей руки. Вот для сравнения, вот такой вот один Sweetboxик маленький, а это огромнейший Sweetbox. И также вот есть киндер для сравнения. Смотрите, какой маленький киндер по сравнению с этими Sweetboxами. Эти сюрпризы мы откроем чуть позже. Сегодня у нас идут главные фавориты этого выпуска. Вот такие огромные сюрпризы Sweetbox. Это, как можно сказать, даже новогодние подарки. И сейчас посмотрим, что же в них внутри. Эти же скорее открывать. Они вот здесь вот заклеены вот такой вот скотчем. Сейчас мы аккуратненько его, не знаю, даже попробуем, наверное, отлепить. Не получается. Давайте быстрее, скорее всего, отрежем его. Вот такая вот пломба здесь. И сейчас попробуем открыть. Так, и смотреть, что же здесь будет попадаться внутри. Привозили ли вам такие? Нам первый раз привезли. Сейчас я буду смотреть, что же попадается внутри. И первое, что здесь внутри лежит, вот такие вот классные хлопья. Они сладкие и вкусные. Так, дальше смотрим, что же здесь будет. Опа! Вот такой вот чупа-чупсик. Смотрите, классный какой. Дальше. Это что такое здесь? Сейчас посмотрим. Вот такие вот классные печеньки. С крошем, ежиком. Класс. Нюшей. В общем, печенье со смешариками нашими любимыми. Дальше. Что там еще есть? Какие-то листочки. Вот такой вот сок яблочный. И главный персонаж. Сейчас сначала посмотрим вкладыши, а потом достанем игрушку и посмотрим, какая игрушка нам попалась. Вот такой вот бонзай. Вторник, пятница, суббота, воскресенье. Это, я так понял, можно распланировать себе либо уроки, либо дела на эти дни. Классный такой бонзай. Как сказать, ежедневник. Вот. Интересно. Так, и здесь у нас еще есть. Оба, даже наклеечка есть. Барашек, смотрите. Такая наклейка бараша. И вот такая раскраска. Можно наших смешариков разукрасить. Класс. Так, давайте будем вот эту всю кучу сюрпризов сюда наваливать. И потом посмотрим, что в итоге получится. И вот, ничего себе, еще что-то нашел, а я не заметил сразу, что это такое. Давайте посмотрим тоже. И это вот такая классная казинака. Тут ананасики, мюсли. Круто. Еще вот такая вот одна вкусняшечка. И вот такой здоровский персонаж, ежик, нам попался. Вот так вот он выглядит. Давайте его откроем и посмотрим. Кстати, смотрите, вот здесь наклейка ежика нам попалась, и сам персонаж ежик. Очень крутая игрушка, коллекционная, она большая, прям действительно классно смотрится. Ежик-ковбой, класс, мне нравится очень. Напишите в комментариях, как вам такая игрушка, как такие наборы, такие классные, мне кажется, они очень крутые. Стоит такой набор везде по-разному. Я вот купил за 199 рублей. Я считаю, за такой набор, с такой классной большой игрушкой, еще и смешарики, это очень круто. В общем, первый персонажик у нас в коллекции найден. Поставим его вот сюда, и я вам покажу на коробочке, что нарисовано. И здесь вот как раз состав, можете на паузу поставить и прочитать. И вот она. Вся коллекция игрушек. Давайте посчитаем, сколько их здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять персонажей. Sweetbox Premium это называется. Премьер. Очень интересный Sweetbox. Сюрпризы классные, большие. Ура! Открываем следующий сюрпризик. Конечно, хочется. Игрушки очень классные. Найти что-нибудь новенькое. Сейчас попробуем это сделать вместе с вами. Вот такие сюрпризы. Очень классные, мне понравились. Действительно, мне такой сюрприз подарили. Я бы был очень доволен. Итак, еще один чупа-чупс. Хлопья. Раскраску давайте посмотрим. Такая же она будет здесь или нет.
кто у нас были персонажики другие. Так, вот такая раскраска здесь. Раскраска та же самая. Неужто будет тот же персонаж? Так, наклеечки пока я не вижу. Может, будет дальше. Так, печенюшки те же самые. Так, вот наклеечка. Так, ура! Наклеечка другая. И классно. Кстати, что-то я вам наврал. Ёжик у нас был первый. Ёжик, вот наклеечка ёжика. А это барашка наклеечка была первая. Что-то совсем я вас запутал. Еще один сачок. Тоже яблочный. Еще одна мюсли. И самый главный сюрприз. Здесь нам попался пин. Вау, крутой пин. Класс. Сейчас посмотрим, что будет за пинчик. Вау, какой красивый пин. Кто любит смешариков, его оценит. В классной шапочке, с очками его любимыми и такой по обвязке. Класс. Я думаю, вы догадались, эта коллекция какому мультику посвящена. Кто знает, напишите. Я уже догадался. Вы пишите обязательно в комментариях, если знаете, что же это был за такой мультик с такими смешариками. Так, ставим нашего пина сюда. И смотрите, сколько уже у нас много сюрпризов всяких и наклеек. И еды, и хлопьев, и сока. Кстати, это интересно, то, что стали так делать. Потому что, не знаю, многим уже шоколад надоел, а здесь и печеньки, и сачок, и хлопушки. И еще мюсли. Мне кажется, интересно. Открываем следующее. Еще одни хлопья. На разукраске. Давайте посмотрим, мало ли будут другие. Нет, разукрашка та же. Вот, кстати, разукрашки плохо, могли сделать другими. Так. Что здесь еще будет? Такой пакетик. Еще один чупа-чупс. Так, смотрим дальше. Наклеечка, Нюша. Вот такая вот. Еще одни мюсли. Сачок. И игрушка. Скорее всего, может, нам повезет. Мы найдем нового персонажа. Как вы думаете? Кстати, игрушка здесь другая, смотрите. Вот так вот она выглядит. Почему-то не в прозрачном, вот в таком пакетике. Сейчас посмотрим, что же здесь такое. Так, и это нам попалась Нюша. Вот Нюшечка какая. Смотрите, какая красивая, в каком классном костюмчике. Напишите, если вам Нюша тоже нравится, что она классная. И здесь вот, кстати, вложен еще вот такой вкладыш коллекционный. И да, тут, кстати, другая коллекция нарисована. Ну-ка, давайте посмотрим, Нюша такая есть на коробке? Ничего себе! Смотрите, в коробке лежит другая игрушка. Нюша у нас здесь. Вот такая должна быть. Нюша в такой шапочке. А нам попалась Нюша в юбочке. Ничего себе. Оказывается, значит, здесь больше еще игрушек. Помимо этих 10, еще попадаются вот такие персонажи. Вообще классно. Получается, в коллекции 18 игрушек. В общем, очень круто. И я считаю, это классно. То, что столько много игрушек будет, 18. И вот можете почитать на паузе, что Нюша решительная красавица с сильным характером, ни в чем не ступает крошу, но из-за гендерных стереотипов все время задвигается на второй план решительно, но согласно с таким положением вещей. В общем, ребятки, вот такие огромные свитбоксы мы с вами распаковали, посмотрели, что внутри, и собрали три классные коллекционные фигурки смешариков. Я их очень люблю, они веселые, классные, как наш канал, и вы, мои подписчики. Обязательно пишите комментарии, у кого такие фигурки есть, кто собирал, а мне будет интересно это почитать. И давайте напишем в комментариях, кто самый классный из этих трех смешариков. А мы увидимся в следующем видео на моем канале. Всем пока!